Отсюда я и стрелял. Вы отсюда произвели выстрелы по направлению куда? Примерно на каком расстоянии от вас находился медведь? Примерно вот первая, вторая ель. Кровь, да, на еле? Нет, дальше там. Дальше там, да? Да. После того, как вы выстрелили. А сколько тут метров 20? Метров 20, да, вы стреляли? Сколько раз выстрелили? Ну, раз 5, наверное. А гильзы куда дели? Ну, сразу в карман сложил, а потом по дороге где-то, а где, не помню, где выкинули. Где-то по дороге выкинули. Получается, медведь шел по направлению от на вас. Ну, видимо, да. На юг. Вот, да, вот в этой части, получается, вы в него произвели выстрел. Да, вот здесь. Да. Он стоял? Стоял или бежал? Бежал. Вы по бегущему стреляли? Ну, не бежал, шел. Шел? После выстрела он на вас обернулся, посмотрел, да? Да. Вы свою вину в том, что незаконно добыли, признаете? Ну, конечно. Раскаиваетесь? Само собой. Готовы возместить ущерб? Ну, если будет чем. Понятно. Запись переживается. А, ну, уточняющий вопрос. Это вы сами, да, решили добыть медведя? Ну, конечно. Кто-либо вам что-либо говорил? Нет.